Красиво. Говорят, что в Анапе холодно. Вам врут, ребята. Вот 15 градусов уже тепла. Сегодня у нас, не знаю, какой это май. Я потерялся после того, что со мной случилось. Вкратце, я сегодня катался впервые на отжимы. У меня упал кайт, его перекрутило. И до Бугасской косы унесло. И я туда ходил, ребята, по лиману пешочком. Саша, спасибо огромное, он съездил, остановил кайт. Но за ним все-таки пришлось идти мне. И обратно пешком по дороге, это все было босиком. Красота. Но сегодня не о кайтинге будем, а о том, где у нас самый красивый нудистский пляж. И пойдем искупаемся в море, ведь жарко. Я, кстати, вам рассказывал о том, что можно спрятаться на каменных пляжах от ветра. Но у нас также есть песчаные пляжи с высоким берегом, где также можно спрятаться от ветра. Наверное, очки надо ставить, солнце уже садится, закат. Солнце не мешает. В общем, мы были на косе голенькой вот тут. И вот так буквально наискосок через поля. Здесь находится интересный пляж, дорогие друзья. Ребята приехали. Здесь сейчас будут стоять с палаточкой. Место наишикарнейшее. Я это место называю как нудистский пляж. Здесь ребят очень много собирается. Меня просили, они мне рассказывают. Ну, смотрите, кстати, можно кемпер снять, приехать и отдыхать. Можно просто свою палаточку поставить. Они за этой территорией следят, ее убирают. То есть мы убирали, когда пляж, убирали до их территории. Но здесь уже они смотрят, чтобы все было красиво. Ароматное дерево, очень вкусно пахнет. Так что вот такой еще есть отдых, Благовещенская. Ну, это, как говорится, мелочи жизни. Сейчас все остальное красивое вы увидите впереди. Надеюсь, что мне микрофон не закрывается. И надеяться прошмыгнуть, чтобы меня никто не заметил. Потому что у нас даже в группе сидит человек, который запросил дерекламировать этот пляж, и мы аккуратненько пройдем и искупаемся. Достаточно у них, я так понимаю, своих людей, которые тут на отдыхе. И, повторяю, здесь такая как бы коммуна нудистов находится. Вот скоро здесь появятся домики. В общем, смотрите, ребята, те, кто будет это видеть впервые, для тех сейчас просто будет такой охренительный вау-эффект. Тан-та-да-тан. Тан-та-да-тан. Море закат, море кристально чистое. Там нету ветра. И мы идем туда. Ну что, пойдемте со мной, ребята. Это реально круто. Классно, когда такие места есть. Причем я даже отсюда вижу, что пляж убирается. Хотя здесь были штормовые опять выбросы. По ступенечкам можно пройтись. Вы посмотрите, какая красота. Однозначно лайк и посещение. Море чисто. Я уже спустился всего лишь на несколько шагов, и ветра нету. И здесь, по ощущениям, совершенно другие температуры. Опускаемся еще ниже, еще круче становится. Теперь мы слышим море. Офигеть. Это мега лайк, просто мега лайк, ребята. Я думаю, что надо быстрее идти купаться, а то солнце прячется за тучи. Сегодня закат так себе будет. Я представляю, насколько здесь круто будет где-то в середине лета на закат, когда солнце будет садиться вот здесь. Ой, фантастик. Берег был вообще полностью убран. Мы убирали вот где-то вот до того упавшего дерева, видите. Здесь ребята чистили. Я смотрю, что там кучу как бы все поубирали. Пластиковый мусор убрали. Ну, а ветки, которые остались здесь, их уже используют по назначению. Потому что с деревом тут, как бы, видите, проблемы. Не так уж и много всего растет. Какое море! Какое море, друзья мои! Ай! Так, только бы не навернуться. Аккуратно. Тут чуть-чуть засыпана еще лестница, видите, песочком. Ну, это все, когда начнет работать в полном объеме, подремонтирует, поубирает. Видите, только-только кемпинг запускается. Нет у нас еще хорошей погоды, чтобы здесь было прям очень круто. Хотя, куда еще круче, я не знаю. Смотрите. Какова красота. Ну и море. Привет, дорогое. Как мы тебе рады, а? Да-да-да-да. Ух, кстати, водичка очень хорошая. Температура воздуха здесь сейчас 17 градусов. И замерим температуру воды. Смотрите, отличительная особенность Благовещенской, вот этих мест, то, что непосредственно, смотрите, берег
И сразу я захожу, делаю два шага. То есть тут буквально уже по пояс. То есть можно нырять буквально с берега. Разбежался вот с этого брусфера и занырнул. Кайф. Что, дорогие друзья? Да... Так нельзя. Микрофончики забирать нельзя с тобой. Ну что, дорогие друзья, теперь мы занырнем вместе с вами. Хотят чуть-чуть в море освежиться, постыкает, а мышцы все забиты. И это будет очень классно. За всех за вас, ребят. Тех, кто не сможет приехать в этом году, держитесь. Так, попытка номер три. Зайти искупаться. Ребята, за всех за вас, это уже ночь скоро начинается. Смотрите с берега. Ух, кайфуй. Ой, какое морешко кайфовое. За подъезд, кстати, не замерил температуру. Вода равна воздуху, я думаю, градусов 15 тоже. Ставьте лайк, я вас всех обнимаю. Хорошего всем настроения, дорогие друзья. Увидимся в следующем видео. Ребят, я записываю это видео еще до купания, но в любом случае, спасибо вам большое сейчас за просмотр. Мне сегодня море было просто жизненно необходимо, и я рад, что вас мог взять с собой, чтобы показать всю эту красоту, которая вокруг меня творится. Надеюсь, что вы поставите лайк, сделаете репост этому видео, отправите своим друзьям, чтобы показать, что Анапа абсолютно разная. И если где-то есть какие-то проблемы, то у нас 40 километров только песчаных пляжей, а есть еще и каменные, ребятки. Вы всегда сможете найти чистое, классное море. Вот центральный пляж сегодня, трансляция была с утра, и там как бы печально, грустно все выглядело. Вот мы находимся, друзья мои, с вами в Благовещенской, и здесь... А еще здесь дельфины очень часто тоже бывают прямо под самым берегом. Это тоже отличительная особенность этих пляжей, потому что здесь глубина, и они подходят прямо под самый-самый берег, нежели чем у нас там. В общем, жду ваш лайк, ваш комментарий, репосты. Буду снимать такие интересные, красивые места, чтобы вы знали, приезжали и отдыхали. Ну, до следующего видео, друзья. А, по традиции, море. Вода равна воздуху, я думаю, градусов 15. Ставьте лайк. Хорошо, всем настроения, дорогие друзья. В следующем видео.